Сняла Женя произвольную программу. Будет выступать под композицию Дарио Маринелли из саундтрека к недавнему американскому фильму «Анна Каренина». На вкус и цвет, но я бы сказал, саундтрек — это лучшее, что есть в том фильме. Единственная положительная вещь. Впрочем, все внимание приковано к Евгении. Несмотря на падение, прокат был шикарный. Сама засмеялась после падения, понимает, что это вообще не в ее стиле. Хочу сказать, что нельзя сравнивать изначальную произвольную и эту произвольную.
катастрофическая разница, и это намного лучше. Я думаю, это всем очевидно. Тревожный, даже зловещий гул, шум вокзала обрамляет эту композицию. Завершается она паровозным гудком. Вообще удивительно. Вспоминается у меня, всплывает само в голове описание внешности Анны Карениной. И что-то есть в Жене все-таки от той черноволосой красавицы. Ну что сказать, Юль? Падение, вот мы говорим всегда, досадное падение, странное падение, а тут оно совершенно случайным кажется. Но дупель не самый любимый прыжок. Стартовый каскад Flip to Loop с рукой наверх. 3-3. Тройной флип во второй половине. Все чисто. Каскад из трех прыжков, аксель тулуп-тулуп. Да. Ногой себя снесла махом этим на дупле. Снова белый медведь. И наконец-то наш родной Винни-Пух. Евгения Медведева за произвольную программу получает 50.46 балла. Это ее лучший результат в сезоне. Она по баллам за произвольную на 20 обгоняет Вакабу Хигучи. На данный момент Евгения Медведева занимает первое место. Я думаю, 231. Можно по мальчикам выступать. Думаю, диктор мог опустить сейчас вот фразу. На данный момент Евгения занимает первое место. Но, друзья, это же еще не все. Готовится на лед выйти. Впрочем, уже вышло, уже она на льду.